Во Владимире почтили память героев. На площади Победы состоялась торжественная церемония в честь Дня защитника Отечества. В ней приняли участие губернатор Владимир Сипягин, заместитель председателя законодательного собрания Вячеслав Картухин, глава администрации областного центра Андрей Шохин, руководители администрации Владимирской области, территориальных подразделений федеральных органов власти, ветераны и представители общественных организаций. Под трехкратный залп салютного взвода первые лица города и области возложили к вечному огню памятную гирлянду, венки и цветы. Завершилась акция прохождением торжественным маршем парадных коробок военнослужащих Владимирского гарнизона.